Друзья, всем привет! Давно не виделись. Был занят. Позже, возможно, покажу, чем занимаюсь. А сегодня с утра. Всем, кстати, доброе утро. У нас еще ночь. Сейчас вам покажу. Звезд, конечно, нету, но еще утро. Так. Буду ставить сегодня подогрев, потому как скоро у нас будет холода. Уже машинку закрыл. Вот так вот я каждый год закрываю полностью радиатор у номера. Ну, естественно, накрываю сверху двигатель. Потому как кто владеет такой, тот знает, как она греется очень плохо. Раньше уже мне когда-то стоял подогрев, вот даже остался, сейчас сниму патрубок. Ну, поставлю, скорее всего, в другое место. Раньше стоял мне прямо вот здесь вот. Но он тут мешался щупу масляному. А сейчас хочу его отвести вот сюда вот поставить. Тройничок поставлю на верхний патрубок. Направлю вниз и на него повешу подогрев. И уже, получается, вернусь в блок. Вот. Кран с блока я выкручу. И поставлю вот такой вот сырочек. Цена вопроса всего 100 рублей, но у меня был, потерял, найти не смог. Купил еще один. Проход, конечно, там маленький очень. Но работает отлично. Подогреватель у меня китайский. С помпочкой. 1,5 киловатта. Ну, как бы для этой машины это даже в лютый мороз 40 минут постояло и спокойненько заводится. Автомобиль я так с таким подогревом заводил в минус 45. Без проблем. Так, ну все, сейчас буду монтировать и в процессе вам показывать. Первую деталь я установил. Снял кран. Убрал решетку. Вот так удобней. Сразу со шлангом, потому как в блоке еще оставался тосол. Сбоку специально не сливал, чтобы было потом проще заливать. Там пролилось чуть-чуть совсем. Но с радиатора слил весь тосол. Чтобы верхний патрубок спокойненько использовать. Что радиатор сливается у нас не весь. У нас перегиб получается. Ну, радиатор весь сливается, с блока не сливается. Через радиатор. Вот. Надеюсь, видно. Вот у нас перегиб. Уровень головки. А блок остается полным тосолом. Так, у меня еще где-то подтекает тосол маленько, вот тут вроде. Так, ну все, сейчас заправлю шланг, посмотрю, как это сделать удобнее, покажу уже вам. Так, пока не забыл еще интересный момент. А, здесь получается подача идет, я стрелочку нарисовал, она идет со стороны тены. Если, допустим, у кого-то такой же вариант, как у меня, стрелок вообще здесь никаких нету. Вот. Со стороны тены. Тен очень хорошо видно. Именно омывается тена. Заходит тосол и выходит через тену. Ну, это так, мало ли. У меня, допустим, инструкции нету, я еще изначально тогда начертил, когда снимал потоки. Это так, мало ли, кому-то пригодится. Так, мы делаем дальше. Нет. С японского есть такой вот патрубок небольшой, кривой, чтобы изгиб создать здесь. Сейчас вот в это место будем ставить подогрев. Как уже видели, креплений на нем никаких нет. Он будет просто висеть. Провод уже, кстати, менял. Родной провод. Это отдельная история, это не провод. Ну вот, друзья, установку я завершил. Так. Переворачивается камера. А вот получается у нас подача выходит по длинному шлангу. Здесь я подвязал к термостату шланг, дабы он не мешал приводу сцепления, чтобы он ничего не задевал, проходил, потому что он прошоркает, и будет беда. И уходит, получается, подача в блок. Вот хорошо видно. А забор получается с верхнего патрубка, вот, который выходит под трамблером верхний патрубок. Забирается с него.
уходит в подогреватель. Раньше у меня стоял вот здесь, но это было крайне нереально, просто достать щуп масляный, чтобы проверить масло. Было неудобно. Потому из этого как бы его и демонтировал. Впоследствии я сюда поставлю тройничок, вот в это вот место, и сделаю кран сброса, ну, чтобы было заменить тосол, либо антифриз у кого. Находится он, получается, ниже уровня отопителя, или примерно на нем же, но ниже уровня расширительного бачка, как бы. Его высоко лучше не поднимать, чтобы его не воздушило. А так все вроде ничему он не мешает. Щуп коробки можно тоже спокойненько достать. Но это без запаски. С запаской это будет гораздо неудобнее. А так в целом все. Подогрев установлен. Сейчас поставлю решетку радиатора. Здесь на зиму я тоже ставлю картоночку, снял пока. Для удобства, чтобы машину не продувало. Ну, я и летом ее не снимаю, чтобы грязи не было здесь. Потому что вот так вот сделано, все летит. Так, ну все. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, видео кому-то пригодится. Греет очень хорошо, потому как идет подача прямо в блок. Ну, физика тепла. Тепло поднимается вверх. Через блок в головку, с головки ходит обратно, и так делает круг. Масло, конечно, да, не догревается, но поддон не холодный становится. Прогревает тоже хорошо, потому что блок нагревается. Блок здесь чугунный, греется хорошо. Ну, вроде все. Надеюсь, видео полезное. Благодарю всех за подписку, за лайки, за комментарии. Всем здоровья, отличного настроения. Как говорится, теплой, беспроблемной зимы. Всем пока.